был участником жюри в номинации «Бармен», где оценивали мы ребят-барменов в приготовлении коктейлей, в декантации вин и в разлитии игристых вин. Мне конкурс очень понравился. Уже, хоть я и по итогам первого конкурса не уложился по времени, вот уровень участников здесь действительно высокий. То есть я нескольких ребят, которые вместе со мной выступают, знаю. Волновался я очень, даже руки тряслись. Ну, не знал, что сделать, какой коктейль, из чего сделать. Ну, фантазия. Придумал что-то. Участникам бы я посоветовал не бояться таких мероприятий, всегда обязательно ходить, даже если ты не уверен, что ты там займешь первое место, и ты знаешь, что есть ребята, кто более подготовлен. Всегда идите, участвуйте. Чем больше вы посещаете таких мероприятий, таких конкурсов, тем больше вы получаете навыков, опыта.